Всем добрый день! Мы сегодня с Яриком гуляем по Анапскому берегу и приглашаем вас узнать о погоде в Анапе, посмотреть, какая температура. И надеюсь, лебеди еще подплывут поближе. Мы сейчас двигаемся в то место, где их видели в прямом эфире, чтобы снять их в хорошем качестве. Ну, сына, всем привет-привет! Привет-привет всем! Всем хорошего настроения, спасибо, что гуляете с нами. Море в Анапе, вот возле пирса, оно в принципе чистое, но там возле центрального пляжа очень прям много камки. Прям я назвал бы это скопление. Вот так вот он немножко сегодня волнуется. Вылези из воды. То еще заболеем, потом нас вместе больше с тобой никуда не отпустят. Достаем градусник и будем ждать, когда он скажет нам о настоящей температуре. Только вопрос, куда я его дел. Сюда положить, замерить на берегу. Вон там вот впереди, видите, большое скопление птиц. Правда, лебедей я почему-то уже не вижу. Ты видишь, сын? О как. Походу, лебеди уже улетели. Карапанчик покажи. Вот такой вот красивый карапанчик Ярик нашел. Подержи, подержи. Покажи мне еще раз, сфотографирую. То. Еще раз улыбкой. Молодец. Все, пошли дальше. Где ж ты градусник-то наш? Не, я взял с собой все. Я его нашел. Вот под курткой у меня температура воздуха составляла 20. Сейчас покажу. 23,2. Сейчас посмотрим, сколько сегодня у нас будет вокруг моря. Наипрозрачнейшее, красивейшее, просто радует. Если бы я еще не знал, что там впереди нас ждет, было бы вообще хорошо. Ну, может, до туда не дойдем. О, что мы видим? Какая-то девушка лезет в море. Я не знаю, что она там делает. То есть она зашла прям в воду. Ну, пойдемте посмотрим на это действие. Может, она постирать пришла, Яри, как думаешь? Может быть такое? Да. Нет, вроде бы как воду все-таки набирает. Ну, чтобы нас там наладили. Ну, подожди. Опустилась 12,9 уже. Ах, будет жалко, конечно, если... А нет, лебеди еще вижу, плавают, но плавают далеко от берега. Как же нам повезло все-таки с тобой, сына, да? Что лебеди прям подплыли. Там и фотосессия происходит, да, босиком, причем зашла в воду. Ну, вода на самом деле теплее, чем воздух. Нет, теплее. Будешь со мной спорить? Молодец, вот так вот. Люблю своего сына, который говорит так. Не буду с папой спорить, правильно? Папа сказал, папа прав. Ну, кидай, 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 давай. Бабах, попал. Я же были плавки там, всем блинчики, я увидел. Ну, зайди на Инстаграм, у меня есть там есть. Как ты блинчики делаешь? Да. Хорошо, посмотрю. У нас очень много людей с металлоискателями, которые гуляют. Там даже видели подводных, скорее всего, металлоискателей. Как водичка, девушки? Такая холодноватая немного водичка. Надо было уже искупаться. Да не, мы только водички набрали. Понятно. Так. 9,5 градусов пока показывает. В принципе, тепло. В эту температуру можно поверить. Так, мы уже подходим ближе гораздо. Я вижу, что лебеди находятся вот там, в большом скоплении птиц. И здесь их практически нет. И у нас сейчас случится, по ходу, событие, которому мы будем несказанно рады. Вылезет солнышко, вот оно уже на грани. Надеюсь, нам очень сильно повезет, потому что... О, еще. Да, поближе подойди, вот сюда подойди. Вот сюда, иди, иди, иди. Как водичка, вы скажите сразу. Прохладно. Да. Вообще, говорит. И поближе, поближе я тебя. Шуба портит весь вид. Надо было купальник брать. Я вчера была в купальнике.
Сегодня в шубе, да? Чуть я забыла. Я нашла отшельника. Рак-отшельник, вот он сидит. Это не рак-отшельник, это рапан, но рапан с мясом. Выкинь его в море, пускай он живет. Потому что он еще живой. О, смотри, какой беленький. Беленький? Да. Уже почистился? Отлично. Мини-рапан. Мини-рапан? Покажи, какая малютка вообще может быть. Вот, смотрите, какая красота маленькая. И вот оно, солнце. Ай! Ай-яй-яй-яй. Анапское солнце выходит и все заливает. Вот она, моя тень. Я надеюсь, сейчас еще сильнее раскачается. И вообще, прям, смотрите, все залито солнышком. Ой, вот он, кайф. Пошел, пошел. И сразу температура. Я вам показываю, какая сейчас. 9,9. Опустилась до 9,3, только вышло солнце и сразу поднимается просто на глазах. Вот как это происходит. Еще один рапан нашел? Умничка. Так, ну нам надо двигаться дальше. Я вам просто буду показывать 10,6. То есть градусник висит, я его в воду никуда не опускаю. И как же становится жарко. Если бы сегодня не было все-таки облачков, было солнце, прям вот все прогревается. Вот я вам серьезно говорю, на глазах 11,7. Было 9,3, то есть 9 градусов в тени. Вышло солнце, и температура стала сразу же просто нереально быстро, ну, прогреваться, повышаться. Я думаю, мы градусов так можем до 15 дойти. Море сразу заиграло красками. Реально, да? Очень быстро. Только солнце показалось, сразу жара пришла. Вот так вот. 12 градусов. Гребешок. Огромнейший, да? Угу. Ой, и еще один большой рапан. Вот, может, хватит уже лазить в море руками, Ярь? Вот не дай бог, что заболеешь. Вот, еще рапан. Ярика, сегодня день охоты удался, да, на морские прелести. Вот все. Прогрелось до 12. Сейчас мы пойдем, подойдем поближе. Я постараюсь вам показать лебедей. Вот они плавают. Вы на эфире можете посмотреть, как были они прям рядом с берегом. А на видео на нашем вот можно понаблюдать, как они там находятся, далеко от берега. У меня подписчиков больше 18 тысяч, Ярик. Сейчас у нас никто не смотрит, мы сейчас с тобой видео снимаем. То мы на эфире гуляли, нам приветы передавали, но там больше 100 человек с нами гуляло. Такая красота. Ой, как же оно жарит. Просто нереально стало. Прям жарко-жарко. Какая красотища. И вот он, лебедь. Один выпал. Сейчас я подойду самое кратчайшее расстояние к ним, чтобы их поснимать и вам показать. Просили, потому что у меня лебедей. Юра, сделай нам. Юра сделал. Договорился с ними. Она по лебеди. Так, ты что делаешь? Я думал, ты уже купаться собрался. Ярик, не пугай меня. Так. Красота. Посмотрим, может подплывет даже. Ой, смотри, что делали эти две. Да-да-да, вижу. Они играют друг с другом. Вот он, красивущий наш красавец. Вот только мы подошли, все в лебедь сюда. А люди ждут, чтобы они приплыли. Показываю. И Ярик тоже ждет, хочет. Ты хочешь, чтобы он приплыл? Температура воздуха 12,4. То есть вышло солнце, температура воздуха сразу же поднялась на 3,5-4 градуса. И прям реально стало гораздо теплее. Ярик аж расстегнулся. Тебе не холодно, зайчик? Нет. Я выдала температуру. Все, опять сейчас пойдут облака и опять будет подмерзать. Температурку воды мы сейчас замерим. Можно посмотреть. И предлагаю вам наслаждаться в тишине лебедями. Thank you.
Температура воды у нас 8,3 градуса. Ну и красавцы для вас решили под конец прям продефилировать прям на расстоянии вытянутой руки. Поплывают они. А? Поплывают. Да. Потихонечку. Люди говорят, что это стёпа какой-то. Кто? Люди говорят, что это стёпа какой-то. Лебедь стёпа? Да. Лебедь стёпа, здравствуй. Я не знаю, что они платят. Ну, вполне возможно, может кто-то уже придумал название лебедям свои. Так. В общем, такая вот красотища в нашем пляжике Таланапе. Я очень рад, что у нас сегодня получилось встретиться с ними. Прям им за это огромнейшее спасибо. Не хотят, так они еще плавают. И вот посмотрите, их там вот гораздо больше с той стороны находится. Их сегодня было 6 штук. Ну, раз, два, три. И вот здесь 2 плавают. Они все 6 были возле берега. Они показывают, что мы сейчас будем подплывать, наверное, к бережку. Все ближе и ближе один становится. Ну все, посмотрели, что люди бегут за ними и развернулись хвостами к нам. В общем, всем хорошего настроения. Пока-пока. Не забудьте пару слов про лебедей. Рады их увидеть были или нет. Улыбнитесь, поставьте смайлик. Главное, напишите, отреагируйте на просмотр этого видео. Также буду рад вашим пальчиком вверх либо вниз. И спасибо, мои хорошие, что смотрите. Море в душе, это очень важно. Сын, помаши рукой всем, скажи пока. Пока. С вами были Юрий и Ярик Козыровский из Анапы с лебедями.